Могилевской области больше всего абитуриентов зарегистрировалось на централизованное тестирование по русскому языку и математике – 8390 и 4928 человек. На третьем месте – белорусский язык. Сюда зарегистрировалось 2409 человек. Самое минимальное количество абитуриентов придет на ЦТ по китайскому языку. Его будет сдавать только один человек. Порядок проведения централизованного тестирования в этом году остается прежним. Абитуриентам нужно прийти за 30 минут до начала тестирования. При себе необходимо иметь пропуск на ЦТ, который выдается при регистрации, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами. На ЦТ по физике и химии можно взять с собой калькулятор. Централизованное тестирование стартует в Беларуси 12 июня с белорусского языка. 12 июня Белорусская железная дорога проведет ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на переездах. В каждом районе, где имеются железнодорожные переезды, как минимум на одном из них будет организовано дежурство с участием работников дистанции пути Белорусской железной дороги и ГАИ. Водители проинструктируют и вручат им памятки по безопасности движения на железнодорожных переездах. Кроме того, будет осуществляться дополнительная проверка технического состояния переездов. С начала нынешнего года на железнодорожных переездах с участием подвижного состава произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Столько же за аналогичный период 2017 года. При этом в 2018 году пострадало 3 человека, в 2017 году – 1 человек. 5 июня в половину 12 ночи в Центр оперативного управления Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по улице Первомайской в районе дома номер 107 в Могилеве. На момент прибытия к месту вызова подразделений спасателей горел один из 5 отсеков постройки. Распространение пожара на соседние отсеки спасателями предотвращено. В результате пожара повреждена кровля сарая, имущество внутри. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются. Жилищно-коммунальные услуги можно будет оплатить по QR-коду. Он будет добавлен в извещение о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением с июня 2018 года. Отсканировав QR-код, плательщик автоматически перенаправится на оплачиваемую услугу для совершения платежа. На сегодняшний день техническая возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг посредством сканирования QR-кода реализована в мобильных приложениях Билинвестбанка, БТА-банка, Вбанке, Говелком, а также в некоторых отделениях Билпочты. По мере готовности других участников, возможности оплаты по QR-коду будут расширяться. Такая услуга является дополнительным способом оплаты и не исключает существующие. Дополнительная информация размещена на сайте расчет.бай. Еще один пожар начался утром 5 июня в Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом проинформировала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям по Киевской области. Произошло загорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 гектар. На тушении задействовано более 100 пожарных, используются 29 единиц техники, 2 самолета и вертолет. По состоянию на 6 утра 6 июня, согласно данным авиаразведки, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 гектар. Премьер-министр страны Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook призывает жителей области не волноваться и заверяет, что радиационный фон в Киеве и Чернобыле значительно ниже допустимых отметок. МЧС Беларуси также сообщает, что в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС радиационная обстановка стабильная. Синоптическая ситуация в южных регионах республики 5-6 июня не способствует переносу воздушных масс на территорию Республики Беларусь. В целях усиления контроля радиационной обстановки гидрометом с 5 июня усилен режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на info@tv2.by.